дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. Вы на канале Крош ТВ, я Крош, друзья. А это значит, что у нас новый обзор, друзья, на нашем канале. Это игра, друзья, Змейка. Многие о ней писали, говорили, посмотри. Наконец-то эта игра, друзья, появилась на нашем, друзья, канале. Игра очень интересная, офигенная. Три настройки есть, как будем играть. Я допёр не с первого раза, друзья, об этом, что это такое. Я думал, просто это обучение. Также я выбрал уже вот такой вот новогодний цвет, потому что у нас новогодний, друзья, новогодний праздник. И посмотрим. Игра почему-то работает нестабильно. О, вот сейчас вот более-менее. Так. Ну, то есть часто вылетало. И на компьютере, друзья, очень-очень тяжеловато, если честно, играть. То есть управлять змейкой не получается так, как бы, интуитивно, быстро. То есть она у меня немного притормознутая. Так. Вот тут какие-то большие шарики. Так, чувак, не подходи ко мне. Так, смотрим. Ни хрена ж себе тебя распёрло. Чувак, садись на диету. О, вот красный шарик, так. Так. Быстренько все подъедим. Пока нас никто не заметил. Я хочу вырасти побольше. Ну, как и большинство. Суть игры вообще. Я думал, что все. Я думал, что я сейчас погибну смертью храбрых. Так. Почему-то она у меня тонкая. Не знаю, с чем это связано. Она так и должна быть такой тонкой. Так, какие-то мелкие червячки за мной ползают. Тут что-то вообще все объедено. Во-во-во, вон там вот есть. Ну ладно, чувак. Что-то тут какая-то нездоровая конкуренция. Ребята, отойдите от меня, я вас боюсь. Там еще какой-то резкий как... Ну вы сами поняли, как что. Так. Блин. Да, лоханулся я сам, друзья. Не стоит тут... Короче, это дело. Так, давайте посмотрим дальше. О, вон там что-то, какая-то дохренища их. Может, тут много-много погибло? Оп. Мы как сейчас, как трубоеды, просто как падальщики будем все доедать, что нам оставили. Дружище. Ну, ты что делаешь? Ой, друзья, вот видите... Ого-го! Ого-го, так, все съедаем, ничего не оставляем. Очень-очень тяжело наработать с змеей, так. То есть она, видите, не сразу понимает, что куда ей. Так, давай, главное сейчас не тормозни. Блин, а. Ну ладно, будем пытаться. Еще пару раз сыграем, я думаю. Но на компьютере, друзья, очень сложно. Очень сложно. О! Мне повезло. Это мое. Это тоже мое. О. Так, нескольких съели.
Так, еще бы кого-нибудь съесть. Да. Просто отдал все. Ну ладно, бывает. Почему вот на клавиатуре, друзья, не работает, к сожалению. Ну ладно. Мышка потом не очень быстро. Блин. Так. Да, я только из-за этого уменьшился, если честно. Так. Ну, главное, вы поняли суть, друзья, этой игры. Игра, в принципе, очень хорошая. Но она только чисто для ваших устройств. Больше ни для чего. То есть на компьютере в нее не получится так хорошенько поиграть. Ну, то есть в расслабленном состоянии. В основном в нее лучше играть только на ваших устройствах. Так, есть. Одного схомячили. Так. Пока нас бы кто не схомячил. Блин, а. Видели, друзья, просто. Ну, давайте последний раз тоже сыграем. И на этом будем заканчивать нашу, друзья, серию. Как я и сказал, игра, в принципе, нормальная, но она только, друзья, для ваших устройств. У меня мышка не успевает так быстро фокусироваться, передвигаться. То есть, видите, она сейчас отдаляется. И потом, когда я только поворачиваю, она, видите, как тяжело очень поворачивает. О! Схомячим. Зеленая змея, ты красавица. Так. Оп. Назад. Опа. Блин, а. Ну, видите, не успевает просто моя мышка реагировать. И давайте на этом, наверное, закончим. Игра очень хорошая, но я думал, что я что-то получу получше. Но, к сожалению, друзья, видите, не успевает моя мышка пользоваться, быстро реагировать. Так что на этом, наверное, закончим нашу серию. Получилась она не такой здоровской, как я думал, но все-таки нормально прошло. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте и увидимся уже в других играх, друзья. До новых встреч. Пока.